В ефірі телеканалу Рудана Бесіди про вічне» Я вітаю наших глядачів із завершенням першого тижня Великого Посту. У нас в гостях сьогодні протиєрей Олександр Горовенко, отець Олександр. Я вас вітаю. Ми будемо продовжувати говорити про літургію. Скажіть, будь ласка, до чого ми підійшли? Яку частину ми сьогодні будемо розглядати? Була в у нас закінчена хіровімська пісня з великим входом. Хліб і віно, дари перенесені з жертвенника на престол. И на входе были помянуты все, кто возглавляет церковь. Патриарх, митрополит, епископ и весь народ. Дальше после херувимской песни следует просительная ктения. Диакон ее начинает словами «Исполним молитву нашу Господи». То есть то моление, которое мы произносили до этого, мы еще его восполним еще и еще одной молитвой. Опять диаконский голос призывает, чтобы человек во время службы не расслаблялся, а сосредотачивался, потому что сама литургия идет к пику, к своей вершине, и диакон призывает опять и опять всех молиться. На этой тени очень важна молитва, которую читает священник. И смысл этой молитвы желательно знать бы каждому человеку. Эта молитва в алтаре читается, напевно? Да, ее читает в алтаре священник. И во время архиерейских служб, ну, в нашей епархии, скажем, в Москве патриарх, ее читают вслух. Благодаря хорошей озвучке храмов можно мирянам, стоя на храме, слышать и ектению, и слышать и молитву, которую произносит владыка. В этой молитве первое, что говорится, есть просьба, чтобы Бог принял наши дары. Вот то, что мы ему приносим, чтобы эта жертва ему была благоприятна и угодна, чтобы он ее не отверг, поскольку мы знаем из Священного Писания, Множество примірів, коли Господь говорить, що мені ваші жертви неприятны. У пророка Ісаї, пророка Єремії в Псалтирі, говорится, що дим ваших жертв неприятно мені перестаньте, приносіть жертви напрасне. Есть... Які саме дари маються на увазі? <клес> ну, от раніше приносили там, якщо згадувати старий заповідь, то це були. жертвоприношения, да, вот сейчас мы не приносим таких жертв, что имеется на увазе, про какие дары мы молимся тут? Еще в Ветхом Завете псалмопевец сказал «Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». Святые отцы говорят «Сыне, дашь мне сердце Твое». Иные говорят «Дай кров, прими дух». От Первое и главное, то, что приносится на литургии, это тело и кров Христова, как позже будет сказано «твоя, от твоих тебе приносящая». То есть ты нам это дал, мы тебе его и приносим, благодаря тебя за это. Но сама по себе жертва бескровная, она, нельзя сказать, не имеет той силы, не имеет той логической последовательности, если к этой жертве не присоединено сердце человека если к ней не присоединяется наше моление и наше сердце. Ну, в одних оно горячее, в других теплое, в иных холодное, в четвертых каменное. Но человек должен желать принести Богу свое сердце. И жертва, о которой здесь говорится, имеется в первую очередь хлеб и вино, которые станут телами кровью Христовой и наши сердца и наши молитвы, насколько вот мое сердце участвует в литургии, или я стою, думаю о чем-то своем, какие-то мои личные проблемы закрыли от меня Бога, вот. И здесь звучит просьба принять вот мою жертву, как вдовица, которая принесла меньше всех, две лепты, она оказывается, у Бога заслужила высшую похвалу, то есть ее ничтожная жертва. Ну что, две лепты на Иерусалимский храм? Это, Это наименьшее, были монеты, да, тогда? <клес> ну как, одна копейка сейчас, ну, может по эквиваленту? специалисты в этой области меня поправят, но это было очень мало. Но в глазах Бога это самая малая жертва, она была самой высокой. Так и мы здесь просим, чтобы наша маленькая жертва, что наше сердце, оно всегда служит каким-то страстям. Но тем не менее мы пытаемся как-то его направить в сторону Бога. И здесь просьба, что прими вот хлеб-вино, в первую очередь, прими и меня с моим грязным и ненужным сердцем, потому что жертва может быть отвергнута. И первое, первое что является препятствием к принесению жертвы, это обида ближнего. Если ты держишь на кого-то злобу или кто-то держит на тебя обиду, ты кому-то причинил досаду, жертва не принимается. В священном писании сказано. Если имеет нечто против тебя, брат твой, оставь дар и шед, примирись с братом твоим. То есть иди помирись, хотя бы попытайся. Бывает так, что не хочет человек простить. Мы знаем это, эти примеры из потеряков, как два монаха поссорились и mm -hmm. до самой смерти не помирились, пока один из них решил простить, попросить прощения, а другой так и не захотел и умер с этим грехом. И здесь имеется в виду, что помирись, если есть хоть одно сердце, которое на тебя держит обиду, и ты в этом виноват, и не пытался этого исправить, то твоя жертва не нужна Богу первое, что хочет Бог это мира между людьми. В Священном Писании сказано, что сделайте одному из малых сих, то мне сделайте. То есть поссорился с Иваном Ивановичем, ты поссорился не с ним, ты поссорился с Христом. Осудил Алину Петровну, ты осудил не ее, не только ее, ты осудил Христа. И вот здесь необходимо как бы знать, З яким серцем я приношу жертву? А якщо, наприклад, людина ну, і не знала, що <губ> на неї хтось образився, сказав щось, хтось там образився, але ну, ти не хотів людину образити, припустимо, але людина образилась. Получається, що вона на тебе тримає щось в серці, але ти навіть цього не знаєш. Це іменується невольним гріхом, коли ми читаємо вечірні сповідання гріхів», Там вот вспоминается грехи невольные и неведомые. Вот мы mm -hmm. очень много согрешаем такими грехами, которым и не, знаешь, не знаем. Да, не поздоровался. Бывает так, что ну, не заметил. У меня вот, к примеру, очень плохая память на лица. Я mm -hmm. людей не запоминаю просто. Я могу вспомнить обстоятельства, где мы знакомились, историю этого человека а лицо не вспомнить. Я с ним не поздоровался при встрече. Просто не вспомнил, кто это. Mm -hmm. И как бы незнакомому человеку, чего я буду лезть со Своим Здравствуйте. Не всегда это как бы в свое время. А человек обиделся, подумал, что вот священник его там презирает, не замечает. Mm -hmm. То есть, этот грех есть, но он является невольным. Обычно, когда мы ссоримся, то он прекрасно помним. И mm -hmm. очень долго. И потом еще просим: Боже, помоги забыть! потому что злопамятство — это одно из наших, к сожалению, недостоинств, которые присущи нам. Еще в этой молитве есть важные слова, когда священник, говоря, чтобы Бог принял нашу жертву, наш дар, есть просьба простить грехи. И священник говорит, что приносится эта жертва о наших грехах и людских неведениях. То есть священник поступок греховный для себя описывает, обозначает как грех. А для людей он его идентифицирует с неведением. Тут есть как бы несколько моментов. Первый, что человек, священник смиряет самого себя таким образом. А второй момент тот, что один и тот же грех для разных людей он может иметь разную степень тяжести. Ну, скажем так, даже самый простой пример, гриппом одинаково не болеют. У всех разный иммунитет. Так и здесь. Один согрешает воровством, и другой согрешает воровством. Но для одного это будет большой грех, для другого это будет, может быть, даже грех неведения. Потому что в этом вопросе очень важно воспитание человека, в какой среде он воспитывался. Есть в Патерике такой пример, когда две девочки на корабле плыли, их родители по дороге утонули, и когда в порт причалил корабль, этих девочек купили. Первую купила монашка, другую купила блудница. И, естественно, обе были воспитаны в том кругу, в котором жили эти девочки две женщины. Первая в монашеской среде, другая в среде, среди блудниц. И, кажется, это Ава Дорофея описывает этот случай. Он говорит, вот представьте себе, если обе выросли, обе были воспитаны среди своего круга общения, представьте, если они вырастут и согрешат одинаково, ну, скажем, осудят кого-то. Вот это понятно любому, что этот грех, осуждение, он будет иметь одни последствия для воспитанной в монашеской среде и другие последствия для воспитанной среди развратного круга общения. Поэтому священник и говорит, что примет эту жертву о наших грехах», потому что священник согрешает, это не секрет, очень много. Иоанн Златоуст, он сказал, такие слова. В э, своих словах шесть слова о священстве. Там есть такие страшные для каждого священника слова, где он сказал, что «Я думаю, что мало кто из священников спасется». Настолько нужна высота духовной жизни, чтобы, пребывая в этом сане и обладая такой силой, которую обладает священник, чтобы это все пронести достойно. Он даже дальше приводит такой пример. Если я встречу по дороге священника и встречу ангела, я поклонюсь сначала священнику, потом поклонюсь ангелу. Потому что священнику дано больше, чем ангел. Он может вязать и решить грехи. Он может запрещать не разрешать, и на небе останется неразрешенным грех. Он может его прощать и развязывать. Он может приносить бескровную жертву то, чего не дано ангелам. И поэтому как тому, кому больше дано, с него и больше спрашивается. Име, имеется в виду священник. вот ним, ему очень много дано и в плане знаний и в плане благодати. и поэтому грех священника это грех. грех мирянина — тоже грех, но вот есть Местешки, некая градация, да? да. ну, скажем так, нет такого как бы шкалы греховности и как бы шкалы какая какая бы обозначила тяжелый грех, тяжелее, самый тяжелый, смертный грех, непрощенный грех. Это больше такая католическая традиция вот, разделять грехи там, смертные, несмертные, э, тяжелые, не тяжелые, которые надо исповедовать постоянно, которые надо исповедовать там, раз в году. Это как бы не наша традиция и Любой грех отривает от Бога. Просто рана нанесення душі може бути глубокою, а может быть, быть царапиною. Головне, щоб наші глядачі зараз не подумали, що якщо бачать за священником от щось, вони теж можуть це робити, з них менше спроситься. Ні, є слова в священному писанні, которые сказано: Христос сказав о фарисеях. Он сказал это ученикам и тем людям, которые его слушали. Он сказал, так как они учат, так делайте, но как они поступают, сами не творите. Осуждение священника является большим грехом, чем осуждение мирянина. И человек, осудивший священника, больше согрешает, чем он осуждает любого другого мирянина. Власть священника выше любой власти на земле вот mm -hmm. царь император высок да, высок священник выше ни один царь не может простить грехи mm -hmm. священник епископ митрополит патриарх люди облаченные в священный сан они очень высоко стоят ну и естественно где высоко стоят, там долго падать можно. Я вам дуже дякую за цю розмову. Наступного разу продовжимо говорити про возглас с друг друга і те, що слідує за ним, в тому числі символ віри. Ангело Хранітеля. Тривають наші бесіди про вічне. У нас в студії змінився гість. У нас в гостях сьогодні протеєрей Анатолій Бондар, настоятель храму взискання загиблих і голова місіонерського відділу Криворізької епархії. єпархії. Анатолій, я Вас вітаю. Здравствуйте. Ми будемо говорити, як я і обіцяла, про Великий піст. Тиця Анатолій, от вже закінчилася перша, перший тиждень Великого посту. Сьогодні субота, Великопісна і перша. І багато людей, от я знаю, що підходять до цього часу з тим, що залишають постувати. Тобто вони починають постувати, бажають постувати, але не витримують цього подвига. Часто кидають піст взагалі, інколи повертаються до посту на страсному тижні. От щоб ви порадили людям, як постувати таким чином, як організувати це пісне життя, щоб ну, не залишати посту, щоб продовжувати його. Очень важливо, що чоловік. Влаживает в понятие Поста, перенося его на свою жизнь. Если это воздержание от пищи, то да, есть очень много людей, которые не вкушают скромную пищу, например, первую неделю Великого Поста и стараются не вкушать вторую, последнюю неделю Великого Поста. Если это молитва, и люди говорят, у меня есть возможность присутствовать на богослужениях великопостных на первой седмице и на последней. Второй вопрос. И третий вопрос — это если человек совершает очень внимательное внутреннее делание, то есть саморабота над собой то тогда нельзя сказать, что человек постится первую неделю и только последнюю, потому что это равнозначно такому суждению. Вот я прощаю и не осуждаю, только на первой неделе Великого Поста и на последней. А больше не могу поститься. Все равно осуждаю, не хочу ни с кем мириться, никого прощать, хочу раздражаться на всех. У нас понятие Поста... Оно очень комплексное и в себя э, вбирает целостность человека и в поведении, и в подходе к пище, и в духовной жизни, и в анализе, и в мировоззрении, и в каком-то внутреннем состоянии. Пост — это, прежде всего, подготовка. У нас четыре поста в году. Да чего вам, Великий 20? Рождественский, Успенский Петров ⁇ это подготовка к чему-то главному, великому, важному. Угу. Пост ⁇ это особое время, как и вся наша жизнь. Жизнь земная ⁇ это подготовка к жизни вечной. То есть пост ⁇ это то время, за которое надо что-то преуспеть, в чем-то сугубо потрудиться, что-то сделать больше хорошего того, чем ты делал раньше. Немножечко перенастроить себя задать себе какой-то особый тон. И, конечно же, получить на выходе очень великое множество плодов. Иначе пост, это, как мы уже все знаем, сведется к диете, сведется к тому, что кто-то отслеживает просто календарь. Для кого-то это вообще начало посевной, потому что у нас народный календарь сплошь рядом привязку имеет к святым. На его огуречника огурцы сей, например. Хотя надо святого величать и славить, и молиться, и просить помощи, и прибегать к его ходатайству и заступничеству. Причем здесь? Но, но это народный календарь. Но, к сожалению, есть и такой момент, такая сторона народной жизни. Но пост, конечно же, еще раз напомню, это подготовка. Мы великим постом готовимся встретить Пасху Христову. Торжество из торжеств мы хотим подготовленными войти в это особое состояние этого праздника. Ну, что самое главное вот этой подготовке должно быть для человека? Ну, во-первых, это желание. Потому что э, мы постимся не из-за того, что кто-то повелевает поститься. Церковь не является источником правил и запретов. Церковь — это источник благодати, вместилище благодати. И мы постимся не потому, что вот сказали нельзя есть мясо. Вот кто-то сказал или напугал, или кара какая-то придет из-за этого. Нет, человек должен понять, что не вкушать скромную пищу, быть внимательным к себе, обуздать свои пороки, страсти, отказаться от усилений. Это все он делает ради Бога. Ну, жертва taka, да, Это маленькая будет? жертва, это маленькая десятина. Господь не требует от нас десятины доходов, но Господь сказал, что дашь мне свое сердце. И маленький наш подвиг, он заключается в том, что мы, во славу Божью, чтобы угодить, порадовать своего Творца, мы на определенный период, вспоминая его страсти, крестную смерть, его подвиг, унижение и мучение. Мы не остаемся равнодушными и каждый год мы благоговеем перед Его крестной славой. Мы благоговеем и трепещем перед Его жертвой, которую он, в которую Он себя принес за весь мир, для того искупления всех грехов человечества. И вот э, из этого уважения, mm -hmm. и для того, чтобы разделить немножко с Ним, эти страдания, как бы поучаствовать в этих крестных страстях, мы себя облекаем в особый формат поста. Но это не значит, что мы, как написано в Евангелии, хмурим свое лицо, сыпем голову пеплом, вот, и взываем в небо, плачем, стенаем где-то на распутях Господь так и сказал, что умасти свое лицо елеем, просияй, улыбайся, радуйся, светись во время поста. И не декларируй где-либо и кому-либо, не рассказывай, что ты постишься. Ты постись тайно для Бога, но Бог воздаст тебе явно. Вот суть поста, что человек входит во внутренние завесы своей души. Человек рассматривает себя изнутри, особенно внимательно в дни Великого Поста. Почему Іменно особовий цей період, тому що це період, період соборної молитви покаяння. Зараз по всьому лицу землі вірні православні християни всі вошли в поприще Великого посту. Ну, Я особливо підкреслюю, що дуже важливо бути в цей час на богослужіннях, що вони особливі. А чим вони такі особливі ці великопісні богослужіння? Чому так важливо на них бути? Прежде всего, особенным покаянным настроем. Ми пережили першу седмицю Великого поста. читали особый канон Андрея Крицкого, который в себе заключает разговор души, любой души, любого человека с Богом, когда душа на «ты» разговаривает со своим Создателем. Этот канон великий называется, потому что такие правильно подобраны слова, такие понятные, когда душа взывает к Богу и просит прощения за свои ошибки, за то, что она оскорбила величие Господа. Просит, чтобы Господь своей силой и властью ее убелил, очистил, исправил, оправдал. Потому что что есть человек? Человек есть дух. Бог есть дух, но человек создан по образу и по Думу Божьему. Поэтому человек ⁇ это душа, облеченная в плоть. Поэтому душа ⁇ это приоритет. И пост ⁇ это как раз время, когда уделяется все силы на этот приоритет для того, чтобы душа возобладала над плотью. Вот, кстати, из-за этого, прежде всего, мы отказываемся от скромной пищи. Поэтому вернемся к вашему первому вопросу. То есть отказаться, понимаете, сказать, что я пощусь только первую и последнюю неделю, mm -hmm. это, ну, это человек больше внешнему как-то уделяет внимание, и к внешнему привязывается. Это ежа, властно. Да, это, то есть это э, mm -hmm. проще, это просто он первую и последнюю неделю не вкушает скромной пищи. Mm -hmm. Пусть этот человек показывает. так и говорит. Mm -hmm. Вот. Но еще раз говорю, мы уже говорили, может, он только на первой, на последней неделе имеет возможность или особое желание, дерзновение посещать службы. Но это тогда, это зависит от возможности, это зависит от желания. Конечно, службы идут каждый день, но это будни, рабочие будни, люди работают, люди находятся при своих заботах, это понятно. Ну и тут, до речи, очень много вопросов возникает у людей, у которых... Яких... Ну, у людей є діти, у людей є родини. Як організувати піст власне для всієї родини? Ну, якщо вся родина бажає, звичайно, поститися. Як організувати його таким чином, щоб діток якось можна було теж вводити поступово от, в піст? От щоб ви порадили. У вас, напевно, теж є дітки, напевно, ви теж Конечно. якось це організовуєте організовувати всім. Але в, ваші... в тому, що складності ніколи не буде, як організувати пост сім'ї во время поста. Если в семье организован вообще православный уклад, то есть если вся семья настроена э, на молитву, если вся семья э, общается, читает, смотрит, интересуется э, в, на определенную тему с православным уклоном постоянно. когда такой подход постоянный, тогда проще. Ну, а когда так выборочно, то тут уже надо по силам. Ну, как Церковь благословляет, что детям ну, пост нужен ровно в той мере, в котором они могут понести. Ну, например, по Куршне детенсия Да, индивидуально это все индивидуально. Угу. Если детки маленькие, то понятно, что они кушают все. Они еще не поймут, если им что-то забрать у них, да? Дальше, но и то, можно потихоньку чего-то объяснять, например, там, вот сейчас пост, давай откажемся от той любимой конфеты или шоколадки, которую ты всегда кушаешь. Если mm -hmm. это подросток, давай на время просто выключим компьютер и не будем играть mm -hmm. так часто в компьютерные игры. Вот. Если это привязанность к телевизору откажемся от телевизора. Если это привязано с каким то э, ну, праздности, так сказать, увеселением, ходить где-то, э, ну, посещать, скажем так, какие-то фильмы э, зрелищные и так далее, то давайте в этом себя немножечко ну, урежем. Понимаете, пост он всегда должен быть действенным. Ну не может быть человек, что вот я только не ем котлету и все. Он должен быть всегда действенным во всем. Давай попросим друг у друга прощения. Давай научимся быть сдержанной. Давай научимся молчать. Давай научимся что-то терпеть. И человек, выходя из поста, всегда должен приобрести этот добрый багаж. Он стол. Придает, Як якийсь, да, конечно, а, быть, иначе это пустое время, сведенное угу. к диете или вообще к внешнему пониманию. Так вот пост, он придает силы. То есть человек по окончании великого поста должен быть не как мы думаем теоретически или научно изнеможен, случайно. Да, он должен быть в силе благодатной силе. Все всегда постились и перед битвами, и перед сложными ситуациями, и в сложных обстоятельствах. Народ на себя налагал посты, патриархи благословляли. И перед каждой эпидемией и чумой, которая надвигалась, все облекали себя в постные рубища и отказывались от всего. Напевно, это не випадково у нас пист зараз, как раз в такой сложный час для да. нашей страны. И вот, ну, буремный дуже час. И как вот, ну, возможно, это сложное питание. Как вы думаете, и цей пист, власне, він є для нас Ну, продовжується, ми знаємо, траур. І як ви думаєте, який повинен бути плід, ну, можливо, для всього нашого народу після цього відпосту, до чого ми повинні усі разом от всім народом, підійти до ворога? Однозначно, це мир. Це найвеликий плод всього биття людства. Це мир. Господь призиває к миру всегда. І я напомню Євангеліє, християнин. Ну, это последователь Христа. Это человек кроткий и мирный. Mm -hmm. Это самое главное качество. Это критерии, по которым оценивается любой человек. Ты исповедуешь Христа, ты его в сердце носишь, или ты далек от Христа. Это кротость и мир. Вот если каждый человек внутри себя обретет этот мир, вот мир самим собой, с окружающим и с Богом. И таких людей будет, дай Бог, превали... превалирующее большинство, то будет в мир и в народе. Поэтому хочешь изменить мир, начни с себя. Хочешь поверить в добро, начни его делать. Я вам дуже дякую за цю розмову. У нас, на жаль, вже виходить час. Вот, и і передача наша подходит до завершення. И... Побажаннями того, щоб піст став дійсно для кожного такою невеличкою сходинкою до духовної досконалості, я прощаюся з усіма до наступних зустрічей. Ангела всім хранителя.